Сегодня я купил такой вот коврик, маус-пад PC от фирмы Sven. Коврик для мыши. Так, стоит около $4, по-моему. Да, чек гляну. Сейчас гляну. Так, коврик. Ну, такой типа тряпчаный, что ли. Пробуем мышкой водить по нему. Ну, мышка нормально водится, кстати. Нифига себе. Да. Отлично. Вот такой вот ковричек стоимостью со скидкой $4.